Братики, братики, у меня к вам дело. Так, где ваши нерфы? Давайте сюда. София, зачем тебе наши нерфы? Нерфы, значит, нерфы мне нужны. Я решила, ладно. Сниму я вас и ваши нерфы на мой канал на новый. В смысле, наши нерфы на Брошу Геймс? Ну да, на Брошу Геймс. Уже постреляйте, ладно. Ваши подписчики, наверное, хотят увидеть, как вы стреляете. О, ну классно, давай. Итак, где ваши нерфы? Давайте их сюда быстренько. А зачем тебе нерфы? Мы стрелять будем. Ну, руководить-то процессом буду я. Я буду, понятно? Ну ладно, несу нерфы. Ну вот, раз, два, три. Ну ладно, мальчики, выбирайте себе нерфы. Так, чур вот этот мне. Какой хитренький, взял себе самый крутой нерф. Нет, пожалуй, тебе не этот, а вот этот тебе, понятно? Ну почему, София? Потому что я так решила, понятно? Бери маленький и не возмущайся. Да-да, бери, все тут. Тогда что, мне получается брать вот этот? Так, этот? Похоже, этот самый большой. Нет, бери вот этот, который у меня. Вот этот берешь, понятно? А почему? Я люблю с этого стрелять. У него 4 струи, большой напор. Не возникай, София мне самый маленький дала. Хочешь, давай поменяемся? Нет. Не хочу, давай, София. Эх, вредная ты. Кто вредная? Это я вредная? Меня вредной называете? Ох, какие вы. Ладно, давайте снимать нерф войну. Итак, Саша, иди набирай всю воду. София, чего я? У меня только что ноги высохли. Сама иди набирай, ты решила нерф войну снимать. Ну ладно, хорошо. Тогда, Арсений, быстренько иди воду набирай. Эй, почему я? Я на это не подписывался. Подписывался, не подписывался. Говорю, иди, а то еще вас брошу заберу. И все нерфы ваши заберу, понятно? Ну ладно, София, я пошел. И Сашин возьми, не забудь. Так, и мой, наверное, набери вот этот, вот, держи. Ничего себе, она видео снимает, а мы все делать должны. Как слуги. Что-то мне не нравится совсем эта съемка. Нерфу не дала нам выбрать, как будто режиссер. Да еще и командует. Нетушки, мне такая съемочка не нравится. Этот готов. И этот готов. О, я придумал. Проучим Сашу и Софию. Не будет нами командовать. Ха, а Софии дам этот нерф. Только воду вылью. Ха. И типа в нем есть вода. Сейчас посмотрим, София, кто будет командовать, ты или мы. Саш, у меня тут к тебе дело есть. Ну что, нерфы налил, какое дело? Тебе нравится, как София нами командует? Да вообще не понимаю, малявка такая хочет, чтобы делали все, как она хочет. Вот-вот, надо ее проучить. Ну и что ты предлагаешь делать? На, держи, тебе. Мне большой, Софии маленький, только он пустой. А, так что ты обстрелять захотел? Да, и тогда она нами командовать больше никогда не захочет. София, София, ты где? На свой нерф. А, все, налил? Ну хорошо, сейчас будете друг с другом воевать. Один направо, другой налево. Ну, где мой нерф? Давай мой нерф. Это не мой, вот это какой-то легкий. Нет, мой давай. Быстро говорю. Так вот, София, слушай меня внимательно. У тебя сегодня никакой нерф войны снять не получится. Понятно? Это что вы такое задумали, вредные братья? Быстро сказала, один направо, другой налево. Разошлись и снимаем нерф войну, понятно? Да уж, София, нерф войну-то мы снимем. Только не друг против друга, а братья против сестрички. Какое против сестрички? Нет, что, он у меня не работает? Он что, пустой? Пустой! А теперь стреляйте. Получай, вредная сестричка! Не будешь больше командовать нами, вредная София! Ух, вредные братья! Ладно, ладно, я все поняла, не буду больше вами командовать! Ладно, все, я прошу, все, ладно, я поняла! Поняла? То-то же, не будешь больше нами командовать! Давай, давай, сдавайся!
руки вверх. Вредные братья. Сегодня я буду совершать хорошие поступки. Голова чувствительна, надо заплавить. Ой, конфеты! Вкусненько! Ням-ням-ням! Вкусненько! Ой-ой-ой, как грязно! Еще сладости! Как вкусненько! Клубничка! Готово! Ого! Вкусняшка! Вот! Ух ты! Сколько у меня уже всего! А где же стакан? Ай-яй-яй-яй, надо убраться. Конфетки. Ням-ням-ням! Грязно! Ай-яй-яй! С радости! Ням-ням-ням! Пожалуйста. Нет, 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 это мои. Ну дай, пожалуйста. Нет. Где мои конфеты? Куда они попали? А где не ты их взял? Я не брал. Нету. Открывай вот. Тоже нет. Ничего, у меня еще есть сладости. Жадина. Кукурузные палочки. Эй, малыш, малыш. Шерлок. О, сладости? Дай, пожалуйста, мне. Не-а, не дам, мое. А, где палочки? Куда они исчезли? Арсений, это ты их взял? Не брал, смотри. Ладно, у меня еще есть. А где мои сладости?